Мне очень нравится поговорка, которая, ну, все, наверное, ее знают, да, здоровье нельзя купить, им можно только расплачиваться. Поэтому сегодня женское здоровье, женщина тогда счастлива, когда она, конечно же, здорова. Но сегодняшний темп жизни, постоянные перегрузки, наше несбалансированное питание, ухудшающаяся экология часто приводит к тому, что мы наносим вред сами себе, да, своему женскому здоровью. И такова печальная статистика, что здоровых женщин практически нет. На первом месте стоят опухолевые заболевания. На втором месте стоят нарушения менструального цикла и нарушения репродуктивной функции. На третьем месте стоят воспалительные процессы матки, придатков, влагалища. Как правило, это связано с нарушением микробной флоры. Как правило, это половые инфекции. Да? И на четвертом месте это патологический климакс. Нам на самом деле очень повезло, потому что благодаря великолепным специалистам корпорации Тиаде на сегодняшний день по всем этим направлениям разработаны и существуют женские программы. Мало того, что они проходят клинические испытания, наши продукты, но на сегодняшний день у нас есть тысячи и тысячи отзывов благодарных женщин, тысячи благодарных отзывов бабушек, у которых родились внуки, благодаря этим женским программам. И, может быть, даже начать надо с отзывов. Скажите, пожалуйста, в чате, вот у кого на сегодняшний день есть хотя бы там, ну, 5 отзывов по результатам женской программы, да? У нас 4 больших оздоровительных женских программы. И напишите в чате 5, у кого действительно есть такие отзывы в команде, у коллег, у друзей. А может быть, личный отзыв такой, и вы можете сказать, что, может быть, не писать, потому что очень деликатная тема, просто скажите, да, я получала такой отзыв по женской программе. Потому что это очень и очень важно людям, которые, возможно, уже много раз что-то пытались сделать, у них не получилось. И, как правило, часто к нам приходят люди, которые уже говорят, вы знаете, я все перепробовала, ничего не помогает, да, ничего не работает. Я сомневаюсь, что вот у вас что-то найдется. Да? Кто встречался с таким, поставьте 8. Итак, давайте посмотрим. Есть отзывы, да, вот Татьяна Хишкина пишет, Елена Сергеева пишет. То есть действительно есть отзывы. И давайте сегодняшнюю презентацию, я пролистаю вот слайды и начну именно с отзывов, потому что кто сегодня вот новый, кто вообще не слышал о женской программе, что есть такие в Тиаде, поставьте 10 баллов в чат, чтобы понятно было, что вы вот новые люди, вы хотели бы узнать вообще, какие программы существуют, да, в Тиаде. Поставьте 10, что вы не слышали, не знаете, а пришли как раз вот узнать, что же за программы существуют в Тиаде. Поставьте, пожалуйста, 10 в чате. Смотрите, давайте с отзывов начнем, чтобы у вас, ну, больше интерес, наверное, возник к изучению этого вопроса. На экране вы видите отзывы. Ну, не буду, наверное, зачитывать их. Все работает на ура. Мы сегодня с вами какие-то особенности применения продуктов разберем. Но ваша задача зайти что? В синий кабинет у всех, в правом верхнем углу, презентации и слайды, и скачать программы по женскому здоровью, чтобы у вас было перед глазами всегда 4 программы женских здоровья, о которых мы сегодня поговорим с вами, чтобы у вас была уверенность в том, что программы на 100% работают, и чтобы вы знали, 5 деток родились, супер. Вот, я тоже скажу, сколько у меня деток, лично которых я знаю, родилось, да, это замечательно. Ну вот смотрите, эрозия шейки матки, да, пила чай, боровая матка и красная щетка, энергия трав, ежемесячная энергия жизни, использовал детокс пластыри, УЗИ показала, все отлично. Это ли не шикарный результат? Могу поделиться тоже своим отзывом. После рождения ребенка я очень много лет не могла вылечить эрозию шейки матки, применяла различные методы, дорогие, не очень. Наш курс, 8-месячный курс, который я прошла, женского здоровья, помог навсегда избавиться от этой проблемы. Я, конечно, очень благодарна Тианте за такое. Вот у нас есть новенькие, Ольга у нас, да? Эрозия шейки матки, опять же, прокладки и фиточасть боровой маткой. Отлично, идем дальше, посмотрим, какие еще отзывы есть. Мне назначили плановую операцию, диагноз киста бартолиновой железы. Не буду вдаваться в подробности, женщины знают, как это больно и неприятно.
И вот первые мои покупки были ежедневные прокладки энергии, трав и часть боровой маты и красной щетки. Операция была назначена на июнь, а пользовалась я с начала марта. И вот, когда я пришла на операцию, врачи сказали, оперировать больше нечего, киста рассосалась. Спасибо компании Тиандэ за их заботу о нашем здоровье. Супер отзыв. У меня подобный отзыв был в январе этого года, когда благодарная клиентка пришла буквально вскоре после праздников и сказала: «Вы знаете, вы спасли мою сестру». Понятно, что нам интересно, есть даже видео в наших соцсетях во всех. Спросили, в чем дело. Оказалось, что до Нового года сестре назначили операцию, и она слышала, что мы рассказывали на занятиях вот о таких наших чаях и программах. Она пришла в Тиандэ, сестра, и говорит: «Дайте мне хотя бы что-то, вот что можно начать пить, пока январские праздники, чтобы, ну, как-то поддержать сестру до операции». Естественно, что мы дали чай «Красная щетка», потому что именно он является противоопухолевым. И каково было удивление, когда, ну, я не помню, сейчас уже 15-го, там 16-го, только праздники закончились, числа, сестра приходит и говорит: «Вы знаете, операцию отменили». «Как, почему?» спрашиваем. «Потому что размеры уже, ну, не предназначены для операции, то есть очень хорошая динамика улучшения пошла». Поэтому, ну, реально от таких отзывов вот у меня всегда слезы в глазах, потому что, ну, крутой продукт, крутейший продукт, дающий классные результаты. Нужно об этом говорить, кричать, потому что под нож можно лечь всегда. Но, возможно, лучше применить действенные методы, проверенные, апробированные, которые работают. Давайте дальше посмотрим отзывы еще. «Нерегулярный месячный цикл, красная щетка. Мне тоже помог часть красной щетки. Врачи мне запретили пить гормональные таблетки. 3 месяца пила по 1 стакану, теперь ежемесячно по стакану. Да, цикл восстановился в первый месяц». Ну, посмотрите, какой шикарный отзыв. Очень многие дамы страдают этой проблемой. Да, Елена, вот согласна абсолютно, что мурашки бегут по коже. Это, знаете, это единичные отзывы. Мы благодарим тех, кто делится, потому что очень многие просто стесняются написать о такой деликатной проблеме. Но мы все равно рады, что у вас есть результаты. Опять же, был нарушен месячный цикл. Лично помогли чай с красной щеткой и боровой маткой. Еще прокладки энергии трав. Мы сегодня поговорим, на основе чего так хорошо работает наша система. Ну, пока еще несколько отзывов, да. Вердикт врача: никаких отклонений, матка в норме, мне 51 год. А благодаря чаям, боровая матка и красная щетка. 25 лет назад услышала пожилого профессора, который сказал: «Дорогие женщины, если вы хотите быть здоровыми, любимыми и счастливыми, пейте боровую матку и красную щетку». Я на протяжении всех лет пила эти чаи, а теперь у нас они есть, я продолжаю их пить. Это действительно так, красная щетка – это трава эндемик, которая растет только на Алтае. Давайте еще посмотрим. Есть хороший результат по кисте яичника. Мою знакомую отправляли удалить кисту. По моей рекомендации она пропила чай с боровой маткой. Пользовалась прокладкой на критические дни энергии трав. То есть операцию отменили, я так понимаю. После 2 прокладок энергия жизни спала, опухоль на колене. Воспаление тазобедренных костей спало. Даже, видите, вот на таком уровне, да, помогла прокладка, тоже сегодня проговорим, на основе чего так работают наши прокладки. Да, китайское волшебство. На самом деле все хорошо, это эффект фитокомпресса, да, ароматерапии. Давайте дальше посмотрим, что еще. 6 лет стоял диагноз, врачи сказали, что не может иметь детей, пока не сделают операцию. Эта проблема привела ее в Тиандэ. На тот момент в Тиандэ было только 2 женских чая. Она пила по схеме, да, действительно, эта схема такая. То есть 2 недели пьем боровую матку, 5 дней перерыв, 2 недели красную щетку. Энергия трав поставлена на критические дни, ночи, ежедневно. Через 1,5 года забеременела уже наши блондинки с голубыми блондинками, 5 лет. Давайте напишем, сколько в ваших личных, ну, командах, клиентских, сколько детей родилось лично, которые вы знаете, которых вот вы видите. Вот у меня уже 14 малышей, которых я знаю, скажем так, к которым я имею какое-то отношение. Да, я очень горжусь этим, потому что, ну, на самом деле эти малыши бегают по планете, радуют сегодня и родителей, и бабушек, и дедушек, и это очень здорово. Я знаю, что таких детей в каждой команде очень и очень много, и мы, правда, этим гордимся. Поэтому, если сегодня вы знаете, вот у меня 2 серьезных случая с возрастной мастопатией, люди готовились к операции по удалению груди.
Наше женское массажное масло и чи в комплексе помогли рассосаться узлам, применяли около года. Операции были отменены, и грудь спасена, а также восстановились другие женские функции, менструальный цикл. Радости не было предела. Посмотрите, какой шикарный отзыв. Спасибо, Татьяна, большое вам. Это реально потрясающе, потому что ну, ничем нельзя восстановить то, что уже удалили. Да? Поэтому как хорошо, что у нас есть такие продукты, которые помогают этого избежать. Оксана пишет, у нас 5 деток. То есть посмотрите вокруг, возможно, кто-то рядом с вами давно мечтает о детях. Возможно, кто-то делает и делает очень многое для этого. Расскажите, покажите отзыв, расскажите о женской программе, о том, что она существует, о том, что есть шанс естественным путем собственного ребенка получить как дар природы, не прибегая к каким-то другим методам. Да, расскажите об этом. Дальше. У меня отличный результат по кисти яичника. Мою знакомую отправляли удалить кисту. По моей рекомендации она пропила чай с боровой маткой. Ну вот видите опять, да? Пользовалась прокладками на критические дни. Ну супер. Так, и возвращаемся тогда к нашему второму слайду. Ну, давайте тогда общее положение сначала проговорим. Сейчас я поставлю слайд, чтобы больше не отвлекаться. Да, вот наша первая программа. Я сегодня... Я не буду читать продукты, которые расположены, да, вы все программы видите в кабинете, сейчас можете смотреть просто на экран, а я, наверное, буду просто, ну, комментировать применение продуктов, потому что я больше практик, я не врач, но я очень много работаю с клиентами, у меня большой именно практический опыт, я использую сама все эти продукты, я знаю тонкости применения, и поэтому могу говорить и рекомендовать с точки зрения именно того, как я это использую, как используют члены моей семьи, мои бизнес-партнеры. Поэтому ну, давайте начнем. Да? Первая программа – это природная защита. Ну, вообще, наверное, может быть, давайте я даже начну с немного с глубины погружения вообще, что так, как, на какой основе да, у нас построены все наши программы. Есть такие две хорошие поговорки, что в могущество врачей верят только здоровые люди, да, и что у здоровых людей всегда очень много мечт, да? А у больных только одна – быть здоровыми. Поэтому здоровье – это капитал, капитал, благодаря которому можно достигать любые цели, любые мечты, можно жить так, как ты это хочешь. И поэтому этот капитал, конечно, нужно что? Приумножать. Сегодня Тиандэ вот реально с нами делится шедеврами мудрости, которые могут стать гарантом здоровья женщины, гарантом продолжения рода. И традиционная китайская медицина, опыт который насчитывает более 5000 лет, вдумайтесь, более 5000 лет, она сегодня является самым действенным, самым физиологичным и самым безопасным способом сохранить и восстановить здоровье. Дело в том, что в Китае организм, отличие вообще китайской медицины да, от западной, в том, что организм китайцы воспринимают как единое целое, как такую систему, как часть природы. Китайские врачи не лечат отдельный орган, да, они рассматривают состояние организма в целом. И согласно китайской медицине, согласно китайской медицине, они не лечат отдельный недуг, да? Они ищут причину этого недуга, то есть они не лечат последствия, да? Они ищут саму причину. И гармония – это вообще основа всей китайской медицины. Вся структура энергии организма связана, согласно теории китайской медицины, с жизненной энергией, ци по-другому, значит, у нас есть масло ци, да? Вот все основано на энергии ци. Все живое возникает из энергии ци, и все живое зависит от ци. И движение ци идет в организме по 12 основным энергетическим каналам и 8 запасным, ну, дополнительным, правильнее сказать. И вот как раз нарушение движения энергии ци
вызывают различные заболевания. И древние врачеватели понимали, что важнее сохранить здоровье, да, нежели заниматься профилактикой. Почему мы всегда говорим, мы не лечим, мы занимаемся активной профилактикой здоровья, мы настраиваем организм на самоисцеление, чтобы организм использовал все свои скрытые резервы для того, чтобы самому ему восстановиться до исходного состояния. Поэтому вот есть такой, знаете, интересный момент, что в Китае желтый император получал свою зарплату, в Китае лекарь желтого императора получал свою зарплату только тогда, когда целый год семья императора была жива, здорова, когда никто в ней не болел. Поэтому там самое главное заниматься профилактикой, да, врачам. Поэтому именно принцип гармонизации энергии и функций в организме, он вот и лег в основу вообще наших программ женского здоровья. Программы Тианде используют преимущества фитотерапии, ароматерапии. Поэтому мы вот давайте об этом и поговорим. Итак, 4 программы у нас. Это природная защита, да, это вот вы видите на экране. Затем это базовая программа, вообще с нее можно начинать любую женскую программу. Дальше идет это защита клеток, да. Дальше еще идет программа «Секреты благодатных вершин», противомастопатийная программа и программа «Плавный переход». Это программа, которая помогает дамам в элегантном возрасте мягче перенести климактерические проявления. Поэтому сегодня вот об этом и поговорим. В основе многих программ, вы видите, на первой позиции стоит фиточай с дудником китайским и лобазником для женщин. Вообще, об этом давайте подробнее остановимся, вот о наших, ну, чаях, да. В основе лежат чаи с серии Дары Шамбалы. А вы помните, что Шамбала – это вообще такое сакральное место, где обитают просветленные сущности, да. И в разных преданиях указывается, что один из входов в Шамбалу находится на Алтае, в районе горы Белуха. Это одно из таких знаменитых мест силы. И у подножия как раз этой горы расположена Уймонская долина, где как раз заготавливаются редчайшие дикоросы. И как раз эта долина никогда не была тронута человеком, да никогда почвы не засевались, не удобрялись до ближайшего промышленного района 800 километров. И именно там заготавливаются наши уникальные алтайские чаи. Поэтому, когда вам клиенты говорят, что, ой, вы знаете, мы тоже сушим чаи и так далее и тому подобное, всегда уточните, да, из экологически или чистого места собраны чаи. Прошло ли сырье хоть какой-нибудь микробиологический анализ? А ведь наши чаи проходят не один анализ и на содержание тяжелых металлов, да, и на микробиологию, и на органолептический анализ. Ну, то есть несколько таких анализов, которые проходят, прежде чем сырье, все-таки из него начинается делаться наш чай. Поэтому самое важное, что вы должны тоже знать, что почему наши чаи такие сильные. Да потому что растения, которые заготавливаются, да, для наших фиточаев, они содержат уникальную энергию из самого сердца Алтая. Поэтому такова высокая активность наших чаев. На высоких вибрациях они приготовлены. Вообще чаи Тианде, да, кто вот их любит? А вот у нас еще результат, да, какой-то хороший очень написали. Нам привет, Мария написала из Болгарии. Уже много результатов есть, и для меня большой стимул продолжить помогать. В конце октября родится ребенок у одной женщины, которой была операция 9 лет назад, и устранили ее яичник. Хотели устранить и другой, но она начала пить нашу программу. И вот чудо, родился ребенок, я очень счастлива. Супер просто, просто супер. Это нереально классные отзывы. Спасибо вам большое, что вы делитесь. Ну вот видите как, я думаю, что те люди, кто слышит впервые о наших программах, они сегодня тоже что-то полезное для себя найдут. Это очень здорово.
Возвращаемся к нашим чаям. Вообще чаи Тиандем – это и польза, и здоровье в одном стакане. Да? Кто вот согласен, кто пил чаи Тиандем, поставьте семерочки, что вам они нравятся, что вы реально получали на них какой-то результат. Поставьте, пожалуйста, 7. Они вообще, наши чаи – это натуральные чаи, натуральный продукт. И с точки зрения китайской медицины они относятся к императорским средствам. Вы знаете, что по канонам китайской медицины есть несколько ступеней, скажем так, и вот наши чаи стоят на самой первой ступени, да. То есть это тот продукт, который не дает развиваться болезням, это императорский, да, продукт, к ним относятся все наши чаи, и который абсолютно безвреден для любых людей. Вот это очень тоже важно, что чаи полезны. Есть, конечно, какие-то, ну, моменты с показанием гормонального уровня, да, но это уже, ну, скорее исключение, чем правило, поэтому для всех остальных наши чаи, конечно же, полезны. По китайской, опять же, рецептуре, каждый чай, он состоит, каждый фито-чай состоит из 4 частей. Это трава император, это важнейшая трава, да, которая работает напрямую с патологией. Это трава премьер-министр, которая усиливает действие травы императора. Это трава, забыла, так. Это трава министр, дальше первая премьер-министр усилит, второй министр, который осматривает вторичные симптомы и уменьшает негативное действие первых двух травок, да. И следующее – это посол, которая, ну, улучшает вкус, которая уменьшает побочные явления всех трав, которые предыдущие были. Поэтому вот такой вот сложный фиторецепт. И вы знаете, что все наши чаи, основа – это дудник китайский, да. Дудник китайский или по-другому дягель или ангелика. Вообще его еще называют женским женьшенем, силой женской жизни, да. По старинному преданию это ангел принес корень дягеля на землю, чтобы вылечить человечество от чумы и других неизлечимых болезней. Поэтому так и повелось. Ангелика от ангела, да, корень ангела. И по силе своей он превосходит многие-многие фармпрепараты. Поэтому пейте на здоровье наш чай. Единственное, что нужно знать, что так как наши травки живые все, пьем мы их, заваривая не горячей водой, не кипятком, да, до 65 градусов. Это когда вот вы пальчик опускаете в горячую воду, он такой вот, ну, приятный, не обжигающий. А пакетик можно заваривать, сколько мы знаем, на 3 раза, да, ну, либо в термосе сразу. Единственное оно, каждый раз мы что, увеличиваем время заваривания, если мы на кружке делаем, да, и уменьшаем количество. Почему мы можем так это делать, почему мы можем об этом так говорить? Дело в том, что у нас уникальная технология производства, да, и чаи при производстве происходит разрыв доклеточной мембраны и позволяет таким образом максимально экстрагировать вещества из чайного листа, из растений. Поэтому вот настолько они полезны, настолько они высокотехнологичные, наши чаи. Поэтому пейте на здоровье. У нас, я помню, даже был такой случай, когда одна наша дама, которая пила долгое время чаи, как-то пришла на прием к энергету, и он даже поинтересовался, что вы такое делаете и пьете, что у вас вот такая вот аура очень светлая, там, ну, что-то он там увидел, какие-то цвета. И она говорит, ну, я ничего не пила, кроме вот вашего чая, уже очень долго, поэтому вот поделилась. Это к тому, что на очень высоких вибрациях работают наши чаи, поэтому пейте на здоровье, пейте и пейте. А дальше, вторым пунктом стоит функциональный комплекс Vital Fucoidan. Еще раз повторюсь, я не буду читать рекомендации, все, что написано, да, у вас это все есть в личных кабинетах. Если есть какие-то вопросы, вы, конечно, их можете задать. Я отвечу, потому что, ну, говорю, я сама все это опытным путем проходила, я об этом знаю, то, о чем я говорю. Но я постараюсь просто дать какие-то такие рекомендации по продукту именно, чтобы вы больше, может быть, знали о продукте. Итак, БАД Фукайдан. Напишите, пожалуйста, в чате мне 9, кто пил этот БАД, да? Я вот тоже ставлю 9, потому что я тоже его пью и очень люблю. Да, шикарные чаи, пишет Наталья, абсолютно с вами согласна. Пили у нас БАД Фукайдан, я очень рада. На 100% натуральное средство, услышьте. Это потрясающий БАД, нам очень повезло, да, что
Давайте на вопросы такие потом отвечу, потому что иначе просто не успеем. На 100% натуральный продукт – это полисахарид из бурых водорослей. Фишка в том, преимущество наше, наверное, да, в каждой капсуле 60 грамм фукоэдана из водорослей фикус исчезающий, и растет она на глубине 3000 метров в чистой, неприбрежной зоне. И поэтому у него широчайший спектр действия. Это прежде всего восстановление собственного иммунитета. Это он очень хорошо работает на восстановление гармонизации на клеточном уровне. Он убирает мутации из клеток. Поэтому если какая-то предрасположенность, вас знаете, вы есть каким-то нехорошим процессом опухолевым, да, это обязательно ваш БАРТ, это ваш друг. Причем в этой программе, я не знаю, как здесь его рекомендуется, сейчас посмотрю, по одной таблетке два раза в день, да, в этой программе в первой его можно и два, и три раза в день пить. Вообще для тех, кто просто пьет, допустим, фукоэдан, достаточно одного раза в день, ну, эффективно натощак, но только если вы знаете, что у вас никаких проблем ни с желудком, ни с чем нету. А, вообще во время еды, да, вот как бы общее такое положение, во время еды. Значит, что он прекрасно работает как антиоксидант, да, он способствует поддержанию оптимального состояния крови. Вообще его еще изучают, и бурые водоросли сегодня считается, что это катализатор иммунитета, что это природное противовоспалительное средство. Сегодня все больше иностранных ученых говорит о том, что он хорошо работает против онкозаболеваний, да, поэтому он помогает организму с повышенной силой противостоять вообще всем инфекциям, всем негативным факторам. И, конечно, ну, препятствует преждевременному старению. Уникальнейший БАТ. Пейте на здоровье. Он, по-моему, практически во всех у нас программах расположен. Вот очень рекомендую. Сама достаточно часто его пью и курс пропила его. Хорошее самочувствие, хорошая работа кишечника, потрясающая энергия. Поэтому всем, кому это нужно, очень рекомендую. Итак, следующий у нас функциональный комплекс с грецким орехом. Ну, тоже могу просто оду спеть этому продукту, потому что это 100% натуральный, природный продукт, да. Это сильный иммуномодулятор. Он содержит листья, экстракт зеленых листьев грецкого ореха. Кто пил, скажите, этот продукт, грецкий орех, кто пил уже, поставьте 8 в чате, что вы пили. И, кстати, сейчас самое время, если вы, допустим, думаете начать или не начать вам какую-то программу, самое время вам начать программу именно антипаразитарную, противовоспалительную. Почему? Для чистки толстого кишечника. Потому что, ну, вообще, начинать любую программу, даже женскую, очень хорошо именно с очистки организма. Почему здесь и включен этот предварительный этап, это первая программа именно с очистки. Смотрите, но если вы, допустим, до этого проходили этап уже очистительный, да, если вы чистили уже антипаразитарку, принимали, то вы отсюда ее убираете. То есть не нужно, если вы пропивали, пропивать ее заново. Как пьется грецкий орех и почему? Ну, во-первых, сказала, 100% природный продукт, уникальнейший продукт. Пейте его на здоровье. Это грецкий орех у нас с грибом шиитаке, да. Что можно сказать сразу? Ну, иммуномодулятор, я сказала, сильный. Грецкий орех действует таким образом, что он способствует выработке в организме собственного интерферона. Поэтому в период обострения вируса, вот сейчас за окном холодно у нас, там уже совсем прям ветер, мороз практически, да. Если вы начнете пить это всей семьей, то 100% период гриппа пройдет мимо вас, вы даже не узнаете об этом. Дальше. Он содержит гриб шиитаке. Гриб шиитаке работает на клеточном уровне против депрессивного состояния, поэтому очень классно для организма. Вот у нас каша есть, да, вы знаете, гречневая с грибом шиитаке. Бесподобный рецепт. Пользуйтесь уникальным нашим продуктом. Вот реально уникальный, готова петь песни, потому что, ну, настолько по составу классных продуктов вы просто, ну, не найдете нигде, да, то есть не потому что я это пью, я люблю, просто вы сами изучайте составы, смотрите, и это реально так. Грецкий орех, как мы пьем? Обязательно натощак. То есть две таблетки, можно утром сразу натощак две таблетки, да, выпить. Можно, допустим, утром и в обед перед едой. Но, как правило, многим нам утром в обед некогда, да, поэтому пейте утром 2-3 таблетки.
дозировка детей на ответственность родителей, ну, понятно, что она уменьшается пропорционально там весу и возрасту ребенка, да, это все можно уточнить у наших специалистов. Поэтому грецкий орех сейчас нужно прямо всем начать. Вот напишите, кто сейчас пьет грецкий орех, поставьте мне троечки. Вот я ставлю троечку, я сейчас пью грецкий орех, мы всей семьей пьем грецкий орех. И, кстати, у нас был такой очень хороший случай в одном из бутиков, когда женщина поделилась отзывом, ну, в силу недостаточности средств она купила грецкий орех только ребенку, потому что в садике там, то все как бы ручки трогает. И каково было удивление, что все переболели гриппом, кроме вот этой маленькой девочки. Несмотря на то, что в группе все в садике болели, она ходила, ее там совмещали с какой-то группой, дома все переболели, перележали. Этой девочке хоть бы хны, то есть она ходила здоровенькая, бодренькая, веселенькая. Ну, давайте вот про кормящих. Я не медик, я не буду давать такие рекомендации, да. Вы прочитаете состав, покажете своему лечащему врачу, либо со специалистом компании, проконсультируйтесь. Я всегда говорю так. Если вы принимаете химпрепараты и, ну, нормально на них реагируете, то натуральные препараты, которые созданы самой природой, я думаю, что не вредно. Но такие прямые рекомендации, это все на вашу ответственность. Как бы я не могу дать такие рекомендации. Идем дальше. Что у нас дальше? Это чай для печени с расторопшей. Смотрите, тоже просто уникальнейший продукт. И вот недавно совершенно узнала, что этот продукт любая женщина обязана использовать где-то 2 раза в год обязательно. Почему? Смотрите, что такое вообще печёночный чай? Это чай, который на 100% улучшает качество жизни людей без желчного пузыря, людей с проблемами печени. Он работает хорошо на поджелудочную, он дает классный противоотечный эффект. Вообще печень, ну, каждый орган у нас отвечает за определенный иммунитет, да, и вот печень отвечает именно за противоопухолевый иммунитет, почему-то он здесь в природной защите. И женщинам обязательно нужно делать детокс печени 2 раза в год. Почему? Потому что находится на одном меридиане с женской грудью, да, и поэтому здоровая печень, вот как ни странно вам это будет, почитайте про крупусин, это всегда здоровая грудь, это всегда без проблемы. Желчный, смотрите, он, сейчас скажу еще раз, там БАД силимарин содержится, да, и он чистит печень на клеточном уровне, то есть идет промывка желчных путей, он показан для людей без желчного, наш именно печеночный чай можно пить людям без желчного пузыря. То есть он снижает густоту желчи очень хорошо. Поэтому пейте на здоровье. И вот часто бывают у вас клиенты спрашивают, а можно мне таблетку, да, и вот, или можно чай и таблетки вместе. Смотрите, такой нюанс. Никогда нельзя вместе пить чай и таблетки. Почему? Вот чай – это такая генеральная уборка, да, это вот такая промывка желчных путей. А БАД – это такой более нежный продукт, потому что любая чистка – это всегда нагрузка на организм, да, и после чистки нужны какие-то витаминные препараты всегда, да, то есть после любой чистки мы всегда используем какие-то витаминки. И вот как раз БАД, расторопший с печенью, он в своем составе имеет витамин В2, который как раз активизирует выработку энергии в клетках, который как раз дарит эту энергию печени, и регенерирует печень, да, и правильнее было бы сначала месяц чай мы пьем, потом мы месяц таблетки пьем, да, вот идеально как бы для чистки. У вас никогда не будет проблем с молочной железой тогда, да. БАД, он именно чистит, еще раз проговорюсь, на клеточном уровне, не дает развиваться ожирению. Но здесь очень важный нюанс. Пить нужно все и таблетки, и чай после 22-23 часов, то есть перед отходом ко сну, потому что меридиан активности наших этих органов, это там 2-3, по-моему, ночи, то есть вот перед тем, как вы ложитесь, тогда вы выпиваете. Вот тоже такой важный нюанс. Идем дальше. Фитопатч для тела косметический, я уж Инфорте. Тоже потрясающий продукт. Он и в мужской программе у нас, и в женской. Сразу проговорюсь, так как я видела, что новые люди в чате есть, да, что такое вообще все наши пластыри. Это продукты, которые работают
как трансдермальная терапия. Транс – движение, дерма – кожа. То есть это нетканый материал, да, который пропитан лекарствами, экстрактами растений, которые мы прикрепляем, ну, к коже куда-то, да, и через некоторое время, через поры кожи начинается интенсивное всасывание вот этих лекарственных экстрактов. Почему действие всех наших фитопатчей, неважно какого, они сродни внутривенному уколу. То есть очень быстро поступает, да, все в кровь. И здесь очень важно, часто клиенты наши говорят: вы знаете, у меня аллергия. Не стесняйтесь, всегда спросите, каким образом, как, что вы подразумеваете под словом аллергия. Потому что абсолютно нормально, когда вместе максимально впрыскивание лекарственных таких вот экстрактов растений, возникает покраснение, какая-то шершавость. Это нормально. Когда вы горчичник ставите, вы считаете, что у вас аллергия, когда у вас красная спина, или вы считаете, что это нормально? Когда вы банки ставите, вы считаете, что у вас аллергия на банки, или это реакция, да, кожи на местное воздействие? То же самое здесь. Обязательно не бойтесь и не стесняйтесь у клиента спрашивать. И если там какая-то шершавость или покраснение, мы просто немножко, во-первых, сдвигаем продукт, да, а во-вторых, мы что, объясняем клиенту, почему так важно делать постклиентское обслуживание. Нужно донести до клиента, как работает продукт. Потому что когда мы, говорим об этом клиенту, возможно, в момент продажи, да, он не все просто запомнит, ну, физически невозможно. Мы-то знаем, для нас это все очень близко, а клиенту это сложновато. Смотрите, какую роль здесь он играет, да, он работает на уровне почек, да, то есть не как почки. Как найти, то есть куда мы ставим? Вот смотрите, возьмите сейчас себя вот за ребра, да, вот ребра вы проводите, вот нижние ребра, вот они у вас впереди идут, и сзади переходите, и вы почувствуете, что где-то вот от поясничных позвонков, ну, сантиметра 3-5 отступите, и вот проекция почек как раз будет там, где заканчивается нижнее ребро, да, и вот там как раз вы встретите то место, куда вам нужно клеить этот пластырь. То есть клеим мы его 10 дней, это где-то 5 упаковок. Вообще, про этот пластырь можете себе еще записать такую вещь очень классную. Он прекрасно работает при менструальных болях, вы его клеите на 3-5 сантиметров, ну, 4, правильно, там пальца, ниже пупка, и он отлично работает при цистите. То же самое туда же клеите ниже пупка. Это моментальное снятие болевого симптома. Поэтому этот пластырь должен стать ваш одним из любимых пластырей. То есть он шикарно работает как противовоспалительный продукт. Шикарно. Идем дальше. Волюпта для женщин. Вообще полезно, просто, может быть, все это уже знают. Я как-то так смотрю, что мы даже первый пункт программы еще не прошли, я все еще про продукты рассказываю. Просто хочется дать именно нюансы, а сами программы, я думаю, вы сможете скачать из кабинета. Кому полезно, да, поставьте, пожалуйста, двоечки в чате, чтобы я понимала, что вы меня и слышите, и полезно. Вебинар – это всегда такая вещь, когда ты говоришь сам с собой, да, рассказываешь, и не понимаешь, тебя слышит, не слышит, интересно, неинтересно, вот. Супер, спасибо большое, да, для меня это очень важно. Идем дальше. Значит, волюпта для женщин. Ну, я думаю, кто пользовался этим продуктом, поставьте мне 15 в чате, что вы знаете, что это супер крутой продукт. Я коротко просто скажу об этом продукте, что, конечно же, нам очень повезло. Во-первых, этот продукт намного дешевле аналогов, да, и таких аналогов в нашей формуле их просто не существует. Так, спасибо большое все, кто пользуется. Я очень рада. Значит, что это такое? Вообще, это продукт для поддержания здоровья слизистой, да, если вот так будем говорить. Это для того, чтобы женщина, у которой механизм достижения сексуального оргазма, так более плавный, линии идет, да, чтобы она, ну, быстрее, скажем так, достигнется, у мужчин очень быстро происходит. Но это еще и продукт очень... Вы в основном, вы знаете, это аминокислота эллергенин, да. Благодаря ей вы должны запомнить, что в организме запускается процесс выработки оксида азота, который вообще очень и очень полезен. Так, что у меня статус написано изменен, что это такое? Вы меня слышите все, да? У меня изменен статус докладчика. Так,
Если слышно меня, поставьте 9 в чате, просто не знаю, что случилось. Я вроде немножко не нажимала. Так, слышно меня сейчас? Раз-раз, слышно меня? У меня изменен статус докладчика. Ага, все, продолжаем тогда, что там может быть в этом самом. То есть, но наша формула уникальна тем, что аминокислота впервые представлена на столь высокой дозировке, да? То есть примерно где-то 5 миллиграмм в каждой порции. И она в сочетании с такими кислотами, как молочная кислота, пантенол, аллантоин и ментол. И реально этот продукт повышает не только качество секса, а прежде всего качество жизни. То есть это самая настоящая лечебно-профилактическая процедура. Почему? Потому что вы знаете, что большинство болезней образуется из-за застоя, ну не большинство, будем так говорить, одна из причин возникновения болезни – из застоя крови в малом тазе, да, поэтому здесь, получается, мы получаем прилив крови к малому тазу, затем отлив, и параллельно вот с таким удовольствием вы решаете серьезные проблемы мужского и женского здоровья, которые были связаны, может быть, с застойными явлениями. Вот у всех пропадает звук, вот у меня вроде бы чуть виснет, да, ну, это, видимо, интернет, это, видимо, не я. Идем дальше. Пластырь для ног детоксикационный. Смотрите, могу тоже петь про него оды. Самое главное, что вы должны запомнить. Это вещь, которую вы рекомендуете всегда и всем. Но есть важные нюансы при применении. Первый нюанс. Перед пластырем, перед наклейкой пластырем всегда нужно сделать ванночку для ног. Желательно нашу ванночку из серии Master Hair. Зачем? Для чего? В Китае существует такое... Ну, правило, наверное, да? То есть если вы пришли уставшие с работы, вообще никакой сил нет, и нужно восстановиться, то все, и у вас есть только одно ведро воды, нужно как-то себя привести в порядок, то вы должны отжать полотенце, протереться этим мокрым полотенцем все тело, а всю воду использовать для ванночки для ног. Представьте. Почему? Да потому что вот эта вот ванна для ног, а в Китае именно до колена ее делают, да, в ведре, она вообще запускает в организме процесс детоксикации. И именно если вы хотите эффективно использовать наши пластыри для ног, сначала нужно сделать ванночку серии Master Herb для ног. Она, и это сделать нужно до 9 вечера. И вот именно это соединение двух продуктов, ванночка Master Herb, она недаром так называется, из этой же серии, она запустит процесс детоксикации, а затем вы уже клеите наши детокс-пластыри. Детокс-пластыри тоже, почему мы клеим их на стопы, да, или вообще зачем они нужны. Это вообще очень быстрое визуальное понимание, что происходит, да, они чистят нашу лимфу, чистят от шлаков и токсинов. А вы знаете, что есть 6 стадий интоксикации организма, и первые 3 стадии – это как раз интоксикация органов, которые очень просто, да, можно, ну, проще можно убрать. И как раз последние 3 стадии – это детоксикация на клеточном уровне. Вот как раз когда возникают вот эти все опухолевые процессы, да, как раз когда возникают мутации в клетках. Поэтому если вы знаете, что у вас серьезная какая-то проблема, конечно, это не 10, не 15 дней. Делайте столько лет, столько раз, сколько лет вам сейчас, потому что вы годами накапливали эти токсины, а хотите за 10 дней, чтобы они все вышли. До тех пор, пока пластырь от черного, который у вас первый раз случается, не перемещается до светлого, чайного, такого без слизи продукта, вы продолжаете это делать. Почему? Потому что вы в данном случае инвестируете в свое здоровье. Вы сохраняете жизнь самому себе. Вы избавляетесь от многих и многих проблем, которые вам придется потом решать. И самое главное, сегодня проблема у нас не в недостатке, наверное, лекарств, а главная проблема – трудности диагностирования, потому что для того, чтобы что-то лечить, надо знать от чего. И сегодня, к сожалению, ну, редкость правильный диагноз с самого начала, поэтому только вы сами можете позаботиться о себе самом. Поэтому пластыри, пластыри, пластыри наши. Дальше. По пластырям все понятно, да? 9 вечера мы клеим. Почему? Потому что в это время открываются как раз энергетические каналы, а у нас проекция всех органов находится на стопе, у нас начало либо конец всех 12 энергетических каналов на стопе. У нас более 500 тысяч, думаете, спор, из которых как раз будут отходить токсины, тоже находится на стопе.
Поэтому представьте, вот, ну, какая уникальная, да, стопа второе сердце у нас. Дальше. Вспомогать. Что такое рекомендуемые продукты на выбор в программах? Это те продукты, которые вы можете использовать, либо нет. Но опять же, если вы хотите, если у вас серьезная проблема, конечно, надо использовать все. Если вы хотите просто как профилактику сделать, возможно, вам будет достаточно основного базового компонента. То есть любой чай, какой мы пьем, почечный, это противоотечный чай. Тибетский сбор, это что, сильно очищающий иммуномодулирующий чай. Монастырский сбор, то же самое, хороший иммуномодулятор. Дальше. Новый чай с чагой, с радиолой розовой, еще мы не пробовали. Не буду говорить о них, просто скажу, что уникальный, конечно, чай с чагой, потому что, ну, вы знаете, что это вообще дар Божий, да, называется в Сибири, на березах встречается вот такая штука. Поэтому мы очень рады будем попробовать вообще этот вкусный чай, пока только знаем, что это супер уникальный продукт. И мы, конечно же, рады, что он есть у нас в ассортименте. Дальше. Пектиновые кисели. Кто пробовал, скажите, поставьте 5 в чате, кто пробовал, кто влюбился в наши пектиновые кисели. Это, конечно же, и голубика, и облепиха. Бесподобная формула киселей. Здесь скажу лишь одно главное отличие, да, которое вы должны знать всегда. Супер, супер. Смотрите, сколько у нас любителей. Я тоже с вами, потому что мне очень нравятся кисели. Самое главное, что это, во-первых, накопительный эффект. Мало, если вы принимаете 1, 2, 3 раза. То есть это должно быть прием недели 2. Почему? Это пектин в составе. Пектин, смотрите, у нас нет крахмала в киселе. Главное отличие, запомните, у нас нет крахмала, у нас нет сахара. То есть вместо сахара это фруктоза и стевия глюкозид. То есть поэтому наш продукт можно диабетическим больным. Дальше. Это минимум калорийности, да, в связи с отсутствием сахара. Облепиха вам больше волокон, да, которые для кишечника полезны, поэтому он более направлен на работу кишечника. А в черничном там для зрения очень хорошо, да, для поддержки. Поэтому, ну, что вам нужно, в зависимости от этого, как бы пейте, что нужно улучшить вам в первую очередь. Но самое главное, что вы должны знать, что курс покупки – это недели 2. Почему? Потому что пектин, он как ёршик такой. Вот наш же кишечник, он вот такой вот, да? И пектин, он как ёршик, он прям вычищает все загибы, он выводит все то, что уже, может быть, годами там лежало и не очень вам уже нужно. Поэтому, естественно, что благодаря приему таких уникальных киселей вы будете слегка стройнеть, у вас будет уменьшаться животик. Все потому, что просто вам ненужные продукты, которые годами там вы себе складировали, они у вас просто выйдут. Поэтому пейте на здоровье, давайте детям. Это не фастфуд, это очень вкусный, приятный, классный продукт. Рассказывайте об этом. И, ну, вот делюсь, что мы просто дарим, угощаем. Потому что человек, который попробовал, он поймет. Потому что когда просто говоришь кисель, да, знаю, я типа не очень люблю, покупал. Потому что все кисели, которые есть, они на крахмале, они с сумасшедшей калорийностью, они с добавками. У нас нет ни консервантов, ни искусственных добавок. Пейте на здоровье 100% природный натуральный продукт. Идем дальше. Плодовая пряность и красота и молодость или любая другая. Вау, тоже один из моих любимых продуктов. Я очень люблю вкусно, чтобы было кушать. Подскажите, кто пользуется пряностью, поставьте 8, хоть какой-нибудь. Я сразу скажу в защиту пряности, что это 100% тоже природный продукт. Вы сегодня слышите, что я постоянно говорю 100% природный продукт. Радуйтесь и пользуйтесь тем, что у нас 100% природные продукты, без химических добавок, ешек и прочего. Поэтому красота и молодость, сильнейший антиоксидант. В других программах будут другие добавки, как бы, ну, скажу. Конечно, по времени уже нужно заканчивать на самом деле. Ну, давайте хотя бы эту программу, да, разберем. Дальше. То есть вы либо в сырое блюдо кладете, да, просто сверху насыпаете, либо за 5 минут до готовности в такое блюдо. Но даже если вы не на этой программе, срочно купите наши пряности, посмотрите, сколько людей в чате уже их используют. Пряность «Свобода движения», Анжелика, в составе содержится диметилсульфон, это сера в чистом виде, которая необходима просто нам очень для хрящиков, для суставов наших. Поэтому кушайте на здоровье, это очень и очень полезно. Это не химия, это травки. Дальше.
используем, какие прокладки мы. Энергия трав или нефритовая свежесть. Давайте поговорю просто об общем таком, что это за прокладки вообще у нас. Все наши прокладки основаны на принципе сухого компресса. В каждой нашей прокладке содержится уникальный запатентованный комплекс. Нефритовая свежесть больше 18 видов трав, энергия трав больше 49 видов трав. Вы понимаете, что составлен рецепт таким образом, что каждая травка усиливает предыдущую. Поэтому наши прокладки – это не просто средство гигиены, это средство фитотерапии, это средство, которое безопасно, которое влияет на весь организм женщины, потому что вы знаете, что в зоне промежности находятся рефлекторные точки, которые связаны полностью со всеми органами нашего организма. Поэтому, когда мы носим такие прокладки, мы оздоравливаем организм в целом. Не экономьте на своем здоровье. Разница в цене этих прокладок 50-60 рублей. Поверьте, вырезанная матка или что-то еще стоит гораздо дороже. Или проблемы по исцелению там, от какой-либо опухоли. Поэтому выкидывайте срочно все прокладки из дома. Вы услышите, что все остальное, большинство, 99% на рынке сделано из вторсырья. То есть, если вы не знаете что-то такое, подойдите к любому супермаркету, и на заднем дворе около свалки вы как раз увидите вот этот картон, вот это вот все, что привозится, превращается в целлюлозу, да, ощелачивается, и затем попадает к нам в кислую среду нашего влагалища. Держать такую прокладку дольше 15 минут нельзя, ее нужно менять, да, потому что мы все химию изучали, мы знаем, как это все взаимообмен идет. Поэтому срочно выкидывайте у своих детей, у себя искусственные прокладки из вторсырья и начинайте пользоваться тем, что сделано самой природой, потому что настолько высокотехнологичное производство наших прокладок, настолько они решают многие проблемы даже без подключения другого всего, что, возможно, даже просто используя прокладки, вы решите свой вопрос. Опять маленький нюанс. Если вы начинаете делать прокладки энергия трав, это лечебные прокладки, такие темно-зеленые, использовать нужно не менее 3 месяцев, да, это очень важно. До того, как вы начали использовать, в прокладках и дневных, и ночных есть тест. Да, вы достаете этот тест, там палочка и лакмусовая бумажка и таблица сравнения. Утром до мочеиспускания вы берете мазок у себя из влагалища и сравниваете, нанося на лакмусовую бумажку, с цветом с таблицей, которая у вас получилась. Вы поймете, то есть на каком уровне, если нарушен ли pH влагалища, да, есть ли воспалительный процесс. И когда вы проделаете 3-месячный курс, вы можете после каждого месяца, да, измерять, и после течения 3-месячного курса вы как раз тоже увидите свой результат. Это тоже очень важно, я думаю, для дам. Поэтому срочно попробуйте. А кто не пробовал прокладки, напишите 1 в чате, кто вообще еще не пробовал. И дальше. Энергия жизни, нежная забота. Прокладки. Давайте тоже об этом скажу. И мы, наверное, этой программой как бы закончим, да? Ну, может быть, я еще про амарант тогда расскажу. Значит, энергия жизни. Прокладка, которая необходима всем, и мужчинам, и женщинам. Это такая маленькая штучная прокладка, которая используется 24 часа без перерыва. Это не факт, что одна прокладка 24 часа, да, используется. Вы меняете прокладку по мере того, как, ну, вы себя чувствуете просто. Просто 24 часа без перерыва это делается. Курс от 7 до 30 до 90 дней, в зависимости от того, какая проблема существует. Прокладка «Энергия жизни» – уникальнейший фитокомпресс. Вы только представьте, что для 1 килограмма сбора такого фитокомпресса используется 10 килограмм трав. Вот вдумайтесь только вообще в рецептуру и в уникальнейший вот этот продукт. Поэтому я встречаю клиентов, которые горло лечат прокладкой, и колено, и все остальное. То есть она реально фитокомпресс, сухой фитокомпресс. Помните, что кожа, поры, да, движение через кожу, то же самое здесь энергия вот этих трав, лечебные фитоэкстракты, которые могут проникать в любом месте через кожу. Дальше, что нужно еще об этом знать? Как мужчинам, так и женщинам. Куда клеить мужчинам, так же, как и женщинам? На плавке ближе к тому месту, где, ну, происходит проблема, да, если это канус, значит, это ближе туда.
Дальше прокладка «Нежная забота». Здесь шикарный продукт против цистита. Но еще очень важно рекомендовать клиентам тогда, когда клиент идет в бассейн, когда вы знаете, что клиенты ходят в бассейн или вы сами ходите в бассейн. Дело в том, что хлорка, она очень часто вызывает воспалительный процесс в мочевом пузыре. Поэтому просто приклеив такую прокладку после бассейна и проносив ее 2-4 часа, вы избежите разных воспалительных процессов. Я думаю, что для вас это тоже важно. Дальше. Гель для интимной гигиены. Смотрите, здесь на любителя у нас два интим-геля. Алтай Сакрал и Интоп. Просто для любителей. Просто цифры скажу, что в Алтай Сакрале больше 82 натуральных компонентов, а в Интопе больше 98 натуральных компонентов. Там натуральный полностью ПАВ. А в Алтай Сакрале синтетический ПАВ смягчен увлажняющей мочевиной и тоже такая очень мягкая формула. И тот это хит продаж однозначно. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Ну, это очень крутые продукты, да. Смотрите, мы вот эту программу «Природная защита» с вами проговорили. Два варианта развития событий. Либо мы дальше пробегаем по тем продуктам, про которые мы с вами не проговаривали, либо мы заканчиваем, возможно, на следующих вебинарах будет еще, ну, как бы следующие программы. Давайте тогда ваше мнение. Ну, закрепляющий этап, давайте мы в эту программу дойдем тогда. Значит, дудник китайский и красная щетка. Знаете, что красная щетка – сильнейший иммуномодулятор, да? Всегда при герпесных каких-то проблемах – это первый продукт помощи, кроме бальзама Фукоидана для губ и нашего дезодоранта, да? То есть сильнейший продукт, который работает на восстановление иммунитета. Дальше. Функциональный комплекс Шоусин или комплекс с виноградными косточками. Шоусин – это наши три уникальных БАДа, да, кто их пьет, поставьте четверочки. Уникальные БАДы, сейчас два берете, третий в подарок, которые содержат кардицепс, которые содержат уникальные, очень сильные антиоксиданты. В Шоусине это так, антоцианы, да, помните, антоцианы, то же самое, кстати, что и в Паблипих, в черничном киселе антоцианы, то есть из черники, очень полезные для глаз. Поэтому здесь выбирайте, что вам интереснее пить, что вам удобнее, капсулу такую или капсулу такую. И то это сильнейшие антиоксиданты. То есть в чем роль антиоксидантов? В связывании свободных радикалов, да, которые очень много в нашем организме, и которые очень часто, не наевшись вирусами и прочими бактериями, начинают атаковать здоровые клетки, поэтому их надо убирать из организма. Дальше цитрокальцевит. Пить нужно всем. В чем отличие главное от кальциевых комплексов других фирм? Чтобы вы знали и запомнили. Это кислый кальций, формула цитра. Видите название? Цитра. То есть кальций, который максимально легко усваивается во всей его форме. То есть у многих усваивается только кальций, а сама как бы составляющая не усваивается, выводится. Это называется пустая потеря денег. Здесь усваивается полностью весь кислый кальций. Он очень полезен у нас, он не вызывает привыкания, пить его нужно регулярно всем. И причем часто бывает, что нерегулярные месячные – это прежде всего недостаток кальция в организме, да, поэтому вы можете и так клиенту порекомендовать. То есть если вы слышите, что у девушки нерегулярные месячные, возможно, сейчас не принято же есть молочное много у молодежи и так далее, то есть, возможно, как раз цитрокальцевит решит эту проблему. Идем дальше. Комплект с золотым амарантом. Ну, это просто один из моих вау-продуктов, да, он не зря назван золотым амарантом. Просто кратко скажу, что там содержится сквален. Чтобы вы понимали, сегодня вот какое самое распространенное масло, про которое все кричат, оливковое, да, что вау-вау, оливковое масло. Так вот там вот сквалена всего меньше 1%, чуть я не помню, 0,6-0,7%. А здесь 6% в амарантовом масле. Вот, кто пьет амарантовое масло, скажите, пожалуйста, кто пьет золотой амарант наш, да? Нормализовать повышенный уровень пролактина в крови. Кристин, я вас поняла, напишите, пожалуйста, давайте телефончик сейчас мы дадим. Просто я не успею даже это рассказать, да, несмотря на то, что на вопросы ответить. Амарант нужен всем. Самое главное его свойство, запомните,
он дает кислород всем клеткам. Зачем это нужно? Вот смотрите, в нашем организме, ну их никто не считал, конечно, клетки, но считается, да, больше 70 триллионов клеточек. И вот всем этим клеточкам нужен наш кислород. А здесь содержится 3,6 ненасыщенной омега, да, кислоты. Здесь высокая концентрация витамин Е, причем в трех формах, в альфа, бета и гамме, в активных формах. И каротиноиды содержатся. Поэтому безумно, безумно классный продукт, безумно классный, очень полезный. И я знаю, для девушек очень важно. Вы бонусом получите омоложение лица, потому что этот препарат действует так на вас. Помимо того, что он внутри каждой клеточки дает кислород и напитывает кислородом все ваши органы, да, он как бы возрождает, не зря он назван золотой амарант, да, он как вот возрождает весь организм. Но кроме этого, бонусом будет классная кожа, будет уменьшение, явное уменьшение морщин, потому что он работает именно так. Поэтому, девочки, девушки, срочно пьем золотой амарант, чтобы мы были еще красивее, еще лучше. Потому что с таким бомбическим продуктом от Тянды, ну, просто невозможно по-другому выглядеть. Дальше. Волюпту я уже говорила. Прокладки я говорила. Гель для интимной гигиены я говорила. Так. Программа «Здоровые клетки». Давайте, ну, если кто-то спешит, тогда мы заканчиваем, да. А так я просто пробегу по тем продуктам, по которым я не рассказала, и просто какие-то нюансики такие... при продаже по клиентскому обслуживанию дам. Значит, красная щетка вам рассказала, фукоидан рассказала, расторопшу рассказала. Виноградная косточка, сильнейший антиоксидант, крутейший препарат. Кстати, очень хорошо работает для, при мигреневых болях, при спазмах, при, ну вот когда погода вот как бы не очень. Да, это сильнейший антиоксидант, поэтому смело пейте и рекомендуйте. Дальше. Вот не говорили мы про фруктовый чай энергии очищения. Значит, чай энергии очищения – это такое общее очищение организма, и у нас есть замечательные отзывы, когда этот чай, вот вы видите, здоровые клетки, он в программе, когда этот чай решает вопрос вируса папилломы в крови человека, да, это, знаете, когда у людей такие блямбочки, не буду показывать на себе, такие блямбочки на, ну, лице, шее, теле, везде такие вот наросты такие, да, вот висящие. И у нас шикарный есть отзыв, шикарная фотография с результатом, когда вот после применения этого чая и протиранием алунита вот это как раз все ушло. Поэтому фруктовый чай энергии очищения, он, конечно, еще бесподобно вкусный. Такой, знаете, пряный, кисло-сладкий такой напиток. Как вы его пьете? Вы его пьете, заваривая по чайной ложке, 5 дней пьете, 5 дней перерыв. Да, и, конечно, вот я еще про детоксы, когда говорила, не сказала, важный такой момент, когда вы начинаете пить грецкий орех, детоксы, контролируйте прием воды. То есть 35-40, это в теплое время суток, говорю, в теплое время года, и 30-35 в холодное время года на килограмм веса миллилитров воды обязательно нужно пить. Это очень-очень важно, потому что мы делаем, и вот при этом очищающим чай, то есть мы делаем детоксикацию организма, но мы должны помогать выводить, да, из организма это все. И очень важно в этот период времени делать пилинг всего тела и использовать наши соли, потому что мы открываем поры, а помните, что у нас на теле больше 3,5 миллиона пор, и нам нужно их открыть и помочь токсинам выйти не только через мочеполовую систему, да, а еще и выйти именно из, с помощью кожи. Да. Самый большой как бы, наш выделительный орган – это кожа. Дальше идем. Это гречно-амарантовая каша с грибами и суп с брокколи. Давайте остановлюсь тоже буквально минуту. Я вам проговорила. Самый уникальный состав каши – это что? Это алтайская гречка, это очень высококачественный белок, это амарант, да, об этом тоже мы только что говорили, пели, это зерно амаранта здесь, и это грибы шиитаки, то есть шиитаки – это королевский гриб. Гриб шиитаки, он противовирусный, да, в то же время является, недаром же он в комплексе с грецким орехом, то есть большинство... вирусов, они не любят очень этот гриб, да, кроме этого, он работает с депрессией на клеточном уровне, я уже проговорила,
гречка алтайская, она отличается именно высоким качеством белка, поэтому, когда вы будете кушать такую кашу, поверьте, у вас будет всегда качественный растительный белок в ассортименте и всегда очень полезные как бы остальные составляющие. Там нет никаких добавок. Смело давайте детям и себе, пожилым людям, это высококачественное современное питание. Серия называется «Active Life». То есть это для того, чтобы вы были активны в своей жизни, в любом возрасте, вы были на своих ногах, в своем уме, здоровы и полны сил, и полны желаний. Поэтому наше питание, оно в этом плане уникально. Дальше сливочный суп с брокколи. То есть то же самое. Смотрите, что такое брокколи? У нас был уже прекрасный суп, но его было немного сложновато готовить. Там кто что сливки добавлял. Очень удобно сейчас в пакетиках. Бесподобный продукт. Вот я в суп с брокколи, я влюблена. Я практически каждый день его ем. Почему? Смотрите. Почему в программе «Здоровые клетки»? Да потому что брокколи, вообще в крестоцветных, да, как часто вы едите капусту, нужно каждый день ее есть, либо цветную, либо такую, либо белокочанную, мы не едим, как правило, да, а там содержатся крестоцветы, и обнаружено еще лет 50 тому назад, что в крестоцветах содержатся индолы, которые как раз работают против опухолей, которые вызваны экстрагенным противоопухолевыми эффектами, давайте так, кратко, не буду терминологию загружать, как мужчинам, так и женщинам это полезно, то есть нужно есть это каждый день. Я не говорю, что это уберет миому или что-то другое, нет, услышьте, это хорошая профилактика, потому что ежедневно вы будете получать определенное количество индолов. Поэтому кушайте на здоровье, это не просто полезно, это еще и вкусно, это питательно, это мало калорийно. Съеденный такой супчик на ночь, он всегда позволит не лечь голодным, съесть свои 38 калорий, держать фигуру в норме и при этом еще получать полезные вещества. Идем дальше. Я говорила уже, почечный тибетский монастырский, успеваете, да, кладовая пряности, энергия интимная, это мы все проходили в той программе. Переходим дальше в закрепляющий этап. Вы просто себе помечайте, да, а потом программы эти возьмете и распечатаете. Дальше. Это мы все проходили. Шоусин, цитрокальцевит. Ну, здесь повторяется. Вы видите, что закрепляющий этап тот же самый. То есть самое главное, вы должны понимать, что все наши программы работают на 1000000%. Все наши программы направлены на самоисцеление, на настройку самого организма для того, чтобы он сам с помощью своих защитных свойств боролся с инфекцией, с болезнью и сам восстанавливался. То есть мы никогда не говорим, что мы лечим, мы не лечим, мы помогаем организму восстанавливаться. А это самый лучший способ лечения. Ну вот здесь, смотрите, программа «Секрет благодатных вершин». Да, давайте остановлюсь на ней, потому что не могу не сказать, у меня тоже очень хорошие отзывы, результаты по ней. Обогащенный гейс-глинином с аргинином, с глицином-аргинином. Поставьте, пожалуйста, 10, кто его любит. Это всегда лежит в моей сумочке, всегда, абсолютно. Сейчас перед вебинаром, чтобы не волноваться, я тоже выпила одну штучку. То есть кому он нужен, кому показан. Вот, видите, как нас много. Значит, он содержит аргинин и глицин. Это заменимые и условно заменимые аминокислоты. Значит, недостаток этих аминокислот после 40 лет могут вызывать различные проблемы в организме, как у мужчин, так и у женщин. Это устойчивую гипертонию, это и различные психические расстройства, и панические атаки, ну много-много-много всего. Не буду забивать вам этим голову. Самое главное, что вы должны знать, что пьется он через подъязычную вену. Вы выдавливаете саше и немножко, несколько минут держите там под языком этот гель, чтобы он не через ЖКТ прошел, да, а вот здесь вот всосался у вас. Когда его нужно пить и кому? Ну вот в этой программе почему находится? То есть он вообще нормализует процессы торможения возбуждения, да, нервной системы. Он вообще показан и полезен перед большими физическими, умственными нагрузками. Он показан всем пожилым людям. Он показан при снижении памяти. То есть это тот продукт, в который вы влюбитесь, результат от которого вы увидите. У меня были такие отзывы на него. Кто говорил, что про вот инженера, там, которые чертят, говорили, что прям прояснение, вот прям чувствую, что голова ясно думает. Да?
Вот у меня у самой результат, что я перестаю волноваться тогда, когда надо волноваться, по идее, как обычно было бы. То есть я более спокойно воспринимаю. У нас вообще это один из самых популярных продаваемых продуктов, потому что сейчас началась школа. Детям дайте саше перед экзаменом, чтобы ребенок не волновался. Пройдите курс. Поймите, это те аминокислоты, которые у нас существуют. Да, мы просто их добавляем, потому что, как правило, ну, они поступают в организм очень мало, выработка тоже как бы, ну, незначительна. Поэтому но их нехватка, она может приводить как раз к очень серьезным проблемам. Дальше. Пита чай с кипреем и с мелиссой. Не удивляйтесь, что это мужской чай, который находится в женской программе. Он вообще очень классно работает как раз на вот нормализацию процессов тоже нервной системы. А вы знаете, что большинство проблем – это от нервов, да, от стрессов. И поэтому как раз в этой программе «Секрет благодатных вершин» мы работаем со стрессом. Да. Дальше то же самое. Сильнейший антиоксидант – виноградная косточка. Кстати, очень хорошо еще работает, снимает отеки. Вот у кого отеки бывают, с 7 до 9 утра принимаем, и с 7 до 9 вечера принимаем по таблеточке виноградной косточки, и отеки, и про отеки свои вы забудете. Дальше, про расторопшую с рибофламином я вам говорила, да, помните, в первой программе, то есть на клеточном уровне регенерирует и напитывает витаминами печень, про фукоидан говорила. Масло массажное, смотрите, давайте остановимся на нем, проговорим. Уникальнейший продукт, уникальнейший. Запатентованная формула производится, да, тибетским монахом. У нас в каталоге она до тех пор, пока вот, скажем так, он выпускает это масло. Чем уникально? И что еще нужно знать, когда вы его принимаете? Вообще оно показано всем. Если вы чувствуете набухание грудных желез перед месячными, тоже нужно использовать это масло. Да? Вы несколько капель наносите на грудь и слегка растираете. Очень важно знать, нельзя есть сырые фрукты, холодную воду пить в период, когда вы используете это масло. Нужно хорошо спать, нужно пить достаточное количество воды и нельзя гневаться. То есть это вот такое масло, оно тоже работает на высоких вибрациях, и нужно принимать его правила, скажем так. Масло работает бесподобно. Сколько женщин в моей практике ушли от операций, сколько дам сейчас как бы пользуются этим маслом, ждем результаты. К сожалению, не все готовы об этом писать и говорить, это понятно, это очень деликатная тема. Но я очень рада, что оно так работает. Дальше идем. Про кисели мы с вами проговорили, про прокладки проговорили, да, из этой программы. Дальше. Комплекс пьяулянь в закрепляющем этапе. Смотрите, тоже уникальный продукт. Что за комплекс? Красавица в переводе. Волосы, кожа, ногти. Чем он хорош? Там кордицепс содержится, да, сильнейший природный антиоксидант. Полжизни гриб, как говорится, полжизни тварь, да, у нас очень высокой степени очистки кордицепс. Кроме этого, там натуральный витаминный премикс содержится. Препарат классно работает, и сейчас успейте его взять по акции, да, потому что на самом деле очень полезный препарат и при акне, и вообще при любых проблемах с кожей. И при, видите, он в программе мастопатийный содержится, да, то есть полезный абсолютно всем. Дальше все продукты остальные, все те же самые, повторяющиеся. Так, и идем дальше. Плавный переход. Это программа поддержки дам элегантного возраста при наступлении климактерического периода. Климактерический период – это такой… Да, кстати, про пьяулян знаете, что еще не сказала? В пьяуляне содержится 98% селена, а сегодня практически все люди на планете, они испытывают недостаток в этом микроэлементе. А это микроэлемент, который участвует практически везде и во всем в организме, и поэтому его недостаток крайне плохо сказывается на вообще женской системе. И там еще цинк содержится, да, вот в пьяуляне. То есть то же самое, то, что необходимо для женского организма. Так, плавный переход. Успеваете вообще? Так, наш постоянный клиент, который пользуется чаем с мелиссой, на прошлой неделе поделился, что освободился от панических атак. Вот, Светлана поделилась как раз сразу отзывом в чате. Вот берите, в работе используйте, потому что, ну, это реально так.
У нас очень часто этот чай берут после химиотерапии, потому что очень спокойно спят люди, ну, как бы после этого чая, после приема чая. То есть очень хорошо помогает восстанавливать именно сон. А полноценный сон, вы знаете, всегда это здоровье. Идем дальше, плавный переход. И вот про этот чай китайский с шалфеем я вам все-таки остановлюсь, пару слов еще скажу. То есть, ну, просто я про все чаи рассказала, как их принимать, да, как заваривать, что отжимать нужно, что вода не горячая. Но вот этот чай с шалфеем для женщин, смотрите, очень важно знать, что он нормализует давление очень хорошо, что этот чай вообще прекрасно снимает приливы и отливы у дам. Поэтому рекомендуйте смело, как только увидите женщину после 45 лет, то краснеет, то бледнеет, как-то ей плохо, не по себе, 100% это климакс, да, порекомендуйте, дайте ей прочитать об этом чае, скажите отзывы, зачитайте, то есть дайте возможность женщине избавиться от этих ужасных симптомов, потому что на самом деле это очень-очень тяжело. Дальше, что добавляется еще в эту программу, то, что мы с вами не прошли, ну, это наши белковые коктейли, ну, конечно же, я думаю, что многие пили, пьют, кто пьет белковые коктейли, поставьте семерочку в чат. Это бесподобный продукт, натуральный продукт, который с любовью сделан для нас, сотрудниками Тианде. И мы с удовольствием все пьем эти коктейли. Их можно делать на кефире, на молоке. Самое главное, что вы должны знать об этих коктейлях. Здесь нет дешевого соевого белка. Здесь нутрициологическая формула растительного и животного белка. Причем растительный белок – это у нас ядра подсолнечника Алтай, а мы говорили, что это очень высококачественный белок, да? И животный белок – это новозеландский у нас белок. Также вы должны знать об этих коктейлях, что здесь нет сахара, поэтому такая минимальная калорийность. Здесь только стевиоглюкозид. Прекрасно работают на кефире, еще раз повторюсь, на воде, на молоке. Только очень важно брать обезжиренный продукт, потому что наши коктейли имеют обезжиренную формулу. То есть всего здесь 0,5 грамм. Поэтому точно так же, когда вы делаете, имейте в виду, если вы берете 2% или 3% молоко кефир, но вы сами себе как бы противоречите. То есть вы хотите делать, а берете себе жирность, да, добавляете. Дальше мы с вами проговорили про кисели, про пряности, про прокладки мы все проговорили с вами. Так, чай нони, да, это в закрепляющем этапе. То же самое, что должны знать прежде всего про чай нони. Уникальный продукт, да, хорошо, что он снова появился у нас в каталоге, который содержит в себе более 150 витаминов и микроэлементов. На сегодняшний день это единственный в природе фрукт, который так много содержит такой уникальный комплекс. Поэтому, конечно, кому он показан? Да всем. Детям показан, взрослым показан, пожилым людям показан, да, всем можно и нужно его пить, главное, что вы должны знать, натощак, да, натощак вы пьете его для того, чтобы он хорошо и полностью усвоился. Дальше, все остальные, по-моему, продукты мы с вами только что прошли. И дальше идут отзывы. Ну, вот таким образом я пробежалась нюансами по всем программам. Я вас поздравляю с тем, что мы обладатели уникальных программ по женскому здоровью. Я вас поздравляю с тем, что они на 100% работают, что очень много наших деток бегает сегодня по нашей планете в разных странах. Вы видите, Болгария отзыв написала. И что сегодня мы можем помогать людям. Поэтому распечатывайте программу из личного кабинета. Помечайте какие-то нюансы при продаже. Делайте обязательно постклиентское обслуживание, чтобы ваш клиент не просто купил программу. Наша задача не продать клиенту. Наша задача, чтобы клиент получил 100% результат. Для этого нужно спросить, как вы пользуетесь, правильно ли вы применяете, так ли вы завариваете, вовремя ли вы пьете, контролируете ли вы прием воды, потому что очень часто, вот у меня только сегодня звонок от клиента, который начал противопаразитарную программу, который не контролировали прием воды, получился небольшой запор, да, несмотря на то, что все остальное как бы пили. Поэтому очень важно добиться того, чтобы клиент получил результат. Я вам всем желаю быть здоровыми, красивыми, счастливыми. С Тианде это легко. Благодарю всех за вебинар. Надеюсь, что это было полезно.
Всем до новых встреч, до свидания, распечатывайте программы и, конечно, доносите информацию до своих клиентов.